Во Владимире на пожаре погиб мужчина. Огонь вспыхнул в одной из квартир в доме номер 53 на улице Комиссарова. В экстренную службу позвонили соседи. Спасатели обнаружили сильное задымление в одной из квартир на 5-м этаже. Площадь пожара всего 2 квадратных метра. Несмотря на это, житель квартиры погиб. Он успел надышаться угарным газом. По предварительной информации, причиной возгорания стало курение в постели. В Владимирской области продолжается половодье. На сегодняшний день в регионе потоплены 153 приусадебных участка. Спасатели объясняют, угрозы затопления жилых домов нет, проведение эвакуации не требуется. Также в области под водой оказались 10 участков автомобильных дорог и один мост в Александровском районе. Во Владимирской области установили пожароопасный сезон. Он начнется 14 апреля и завершится 14 октября. Для ликвидации лесных пожаров сформированы 30 лесопожарных станций, а также подготовлено больше 200 единиц спецтехники. Чтобы минимизировать возгорание, усилена работа лесной охраны. 300 инспекторов будут следить за тем, чтобы жители региона не нарушали правила безопасности. Спасатели напоминают, запрещено выжигание сухой травы, лесной подстилки и других горючих материалов возле лесополосы. За нарушение правил пожарной безопасности грозит административное, а иногда даже уголовное наказание.